вышел финальный трейлер «Бегущего по лезвию 2049». В фильме действие разворачивается спустя 30 лет после событий оригинальной ленты. В сети был обнародован финальный трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049». Действие в ленте разворачивается спустя 30 лет после событий оригинального фильма, снятого Ридли Скоттом. Видеоролик был обнародован на YouTube-канале Trailer Track. В главных ролях в фильме снимаются Харрисон Форд, Райан Гослинг, Робин Райт, Дэйв Батиста и Ана де Армас. Режиссером ленты выступил Дени Вильнёв. Мировая премьера фильма ожидается 4 октября. Оригинальная лента «Бегущий по лезвию» была снята Ридли Скоттом в 1982 году. В главной роли в ней снялся Харрисон Форд. Ранее корреспондент Нет сообщал, что критики пришли в восторг от ленты «Бегущий по лезвию 2049». По материалам сайта newsgra.com.